1 июля. Немецко-фашистские заговорщики без объявления войны вероломно вторглись на территорию нашей Родины. Пожалуйста, товарищ Арсентьев, что вам известно про судьбу комдива Котова? Котов, в соответствии с приказом от 24 июня 41 года, был расстрелян 25 июня этого же года в особом лагерном пункте 57/64. А по нашим сведениям, Котов не был расстрелян в 41 году. Не хочу отказываться от своего папы. Он жив. Это мои немцы. Я командир кремлевских курсантов. Перед тобой элита Красной Армии, старший лейтенант. Мне насрать, в каком ты звании. Ура!